едем по трассе Формула-1. Трибуны монтируют. Корреспонденты. Сейчас звезды. С левой стороны вы увидите буквально через там 200 метров с левой стороны увидите самый главный офис Формулы-1. Там флаги, на нем прям написано, что это офис Монако Формулы-1. УПС это банк. Они газы. Едем трассой. Прямо сейчас Формула слева 1, от да? вас, видите, вот это и есть знаменитый офис. Формула 1. Вот трибуны монтируют. Видите, вот слева и справа стоят отбойники для машин. Прикрыли на улице. Угу. Вообще, на самом чтобы деле, вылетели, это уникальный выдержь. Случай. Это уникальная единственная неделя в году, когда вот все это вы можете видеть. Потому что, начиная с четверга, вообще не пропускают никого, у кого нет билета на шоу «Формула-1». Поэтому то, что мы с вами видим, увидят люди, которые за это заплатили очень большие деньги. То есть каждый из вас явно понимает, как происходит формула. Ну а потом уже после воскресенья это все быстренько разберут. И вот мы с вами подъезжаем, видите, к центральной части казино. Уже казино Монте-Карло. С левой стороны один из самых знаменитых отелей, который называется Эрмитаж. 5 звезд, люкс. Мне уже. Там это. Мне не понравилось. Что тебе не понравилось? Выходим, пожалуйста.